Лучшие резюме орловских мам на листах размером А1 определили общественницы из отделения Всероссийского женского союза «Надежда России». Они провели очередной конкурс детских плакатов, посвященных матерям и 8 марта. Такой конкурс проводится традиционно в преддверии Международного женского дня. Участвуют в нем орловские школьники от 1 до 8 классов. Тематика работ обозначена самим названием конкурса «Моя мама самая-самая». Надо было показать, какие мамы красавицы и умелицы. Предлагалось использовать фото, рисунки, собственные стихи и прочее, лишь бы оригинально заявить о хозяйственности мамы, ее профессии, о семейном приключении или чтобы рассказать о самом лучшем дне с мамой. Конкурс проводился, начиная с 4 февраля. Среди десятков финальных работ жюри пришлось выбрать 12 победителей. Их и наградили, собравшись в областном выставочном центре. Была концертная программа, было поздравление от руководителя отделения Всероссийского женского союза, выступил с поздравлениями и митрополит Орловско-Болховский Тихон. Он упомянул о семейных ценностях и роли материнства и детства в жизни общества. Нравственное и духовное начало вкладывает именно мать ребенка. Именно мать воспитывает, взращивает те таланты, которые Господь дал каждому из нас. Без талантливых людей нет, у каждого есть свои таланты. И очень важно, когда мама действительно не просто заботится, а еще и молится о своих детях.